Всех приветствую на своих YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 20:00 на часах. И сегодня у нас очень интересная тема о недостатках, а вернее главном недостатке такого известного гибрида огурцов, как Герман F1. Кто давно смотрит мой канал, знает, что я 2 года подряд нахваливал и всем настоятельно рекомендовал этот гибрид огурцов. После 3-го сезона я сильно разочаровался в Германии и в следующем сезоне полностью откажусь от него или посажу не более пары корней. Сейчас расскажу подробнее о столь радикальном изменении отношения к данному гибриду. Этот гибрид всегда очень обильно цветет. Завязывает 100% завязей, пустоцвета нет совсем. Плоды образуются сразу и в больших количествах. Однако при образовании этого большого количества плодов огурец попросту гибнет, начинают сохнуть и увядать листья. Сейчас вы видите на экране то, что повторяется у меня 3-й год подряд. При посадке в различных световых и почвенных условиях, при обильной и скудной подкормке, при различных температурных режимах, как бы я ни сажал этот гибрид, после пары-тройки обильной отдачи урожая, огурец гибнет, не помогает абсолютно ничего. Безусловно, посадив 10, 15, 20 штук, а еще если сажать не все сразу, а по 5 корней с периодом в 10 дней, вы всегда будете с урожаем, и вам хватит и на покушать, и на посолить. Но мне эта самопожертвенность у сорта абсолютно не нравится. На следующий год буду искать новые сорта и гибриды. Если что-то можете посоветовать, пишите в комментариях. Сам сейчас присматриваюсь к гибриду Пасалима. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!